Всем привет! Это будет обзор на нижнее белье Флоранж и Фаберлик. Начнем с комплекта. Комплект Флоранж у меня. И немножко не свойственный мне комплект, поскольку я не люблю белье с кружевом. Я люблю абсолютно гладкое, чтобы это никак не выделялось через верхнюю одежду, через блузки, через джемперы и тому подобное. То есть я люблю просто гладкое белье. Но настолько привлек меня этот комплект, что я решила его купить. Не знаю, девочки, это распродажа или нет. Возможно, распродажа, а возможно, это и полная цена была. Комплект называется Divine. Вот у меня чеки. И верхняя часть стоит в закупе 1039 рублей, нижняя 399. Верхняя взяла 75B. Это мой размер, который я ношу в жизни. Ну и низ взяла M. Он, возможно, немножко большеватым смотрится, но я не люблю, когда по бокам перетягивает белье. И это все заметно тоже через юбку или брюки. Я люблю, чтобы все это так вот едва-едва на мне держалось, поэтому взяла размер M. S-ка, скорее всего, немножко перетянула бы. Ну и почему я не люблю с кружевами? Я боюсь, что вот эта часть будет давать мне неприятные ощущения. Достаточно жестковатое здесь кружево. Я получала белье, другие заказывали у Faberlic, здесь было гораздо мягче кружево. Ну не сказать, чтобы оно совсем здесь дубовое, но бывает и помягче, будем так объяснять вот эту вот жесткость этого кружева. С оборотной стороны только на небольшом участке это кружево будет соприкасаться с телом, здесь швы. Швы, посмотрите, как качественно выполнены на нижнем белье, ну просто супер замечательно. 100% хлопок, если я не ошибаюсь. Нет, здесь, смотрите, 80% хлопка, 5 полиэстера и 4 эластана и 3 полиамида. В общем, такой сложный состав. Хорошо тянутся они. Ну и в целом очень-очень хорошего качества. Меня привлек цвет, меня привлекла вообще, в принципе, вот эта модель. Я боялась немножко, что вот эта часть у бюстгальтера будет маловато. Но когда померила, действительно собирает грудь сбоку, у кого она широко к бокам расставлена, она собирает к центру, и получается хороший эффект пуш-ап. Пуш-ап здесь внутри есть, есть вкладки, хэбэшный полностью весь изнутри, ну просто супер-супер качество, мне очень понравилось. Ну и на мне сел хорошо, отлично, в общем, я покупкой очень довольна, возвращать точно не буду. Здесь вот такая нотка симпатичная между чашек. Ну и слово Флоранж вот таким образом вшито в боковую строчку. Ну и давайте сделаем замеры. Еще раз напоминаю, что низ у меня размер М, артикул 480703. И посмотрим, сколько здесь у нас по талии. 37 на талию 74, у меня талия 76. То есть, ну, понимаете, да, что они совершенно меня не утягивают. Ну и по верху тоже бывает это важно. Кто-то не любит высокую посадку, кто-то низкую. 22,5 сантиметра здесь. И давайте сделаем замеры. 75B у меня лиф. И я сделаю замер от центра, чтобы вам можно было, допустим, со своим каким-то бельем сравнить. И здесь до центра 32,5 сантиметра я намерила. 32,5. Так, следующее, что я приобрела, артикул, да, артикул я не сказала, 48044. Следующее, что я купила, это тоже бюстгальтер Флоранж, в очень темно-синем цвете, такой чернильный синий, и он практически близкий к черному такой цвет. Сейчас еще на солнышке, может быть, вам видно, что он синий, а на самом деле, ну, нет, синий, конечно, но очень-очень-очень темный. Так, это у меня бюстгальтер Джилл, 75B также у него размер, артикул 54308. И купила я его за 591 рубль, просто вообще даром, получается, я его взяла. Здесь небольшие сомнения тоже у меня идут по бретелям, потому что вот это все у меня всегда чешется, некомфорт какой-то вызывает. В общем, я это не очень люблю. Посмотрите, как оформлены боковинки. Звезды, вышивка, это все вышивка. Здесь также Флоранж, слово пришито. Это прям вышивка, тоже выбиты здесь буквы. Ну и сзади сеточка. Два ряда крючков. Внутри хлопковый. Здесь никаких нет пушапов, но он тоже не очень широкий.
То есть для тех, у кого широко расположена грудь и даже она под мышку уходит, ну, вам, возможно, будет не очень комфортно. Хотя у меня она там и есть под мышкой, но мне показалось, он и очень-очень за 590 рублей, он показался просто супер. Спереди между чашечек вот такая симпатичная звездочка фурнитура. Ну и что еще здесь можно отметить, кроме как замечательную цену, ну и вообще его вид. Очень-очень хорошая вещь, мне понравилось. Давайте сделаем также замер от центра между чашками до конца бретели. 36,5 сантиметров я намерила. Это тоже у меня размер 75Б. Так, здесь два ряда крючков, а в предыдущем тоже два ряда крючков. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это Faberlic. Этой модели уже достаточно много времени, мне кажется. Я из этой модели покупала, это балконет, а я покупала другую чашку. Я не помню, как она называется, пушап, наверное, называется. В этот раз решила приобрести балконет, поскольку отстегиваются у него бретельки, и мне как раз такой нужен. На ощупь это просто, не хочется даже его выпускать из рук, очень-очень мягкая ткань, тоненькая. Внутри тоже хлопок. И какие еще особенности здесь? Здесь три ряда крючков. Честно говоря, не знаю зачем. Бретелька достаточно тонкая, а очень много получается крючочков. Сейчас измерим с середины также чашки. Вот этот, кстати, сел широко, здесь хорошо сделана косточка. Никаких, правда, украшений нет. Ну, стоимость у него, сейчас я вам скажу. Вот тоже это 75Б. Стоимость 799 рублей по цене консультанта. Вы можете тоже по этим ценам покупать, если зарегистрируетесь по ссылке. А если будете покупать через кого-то, то такой бюстгальтер будет стоить... Бюстгальтер или бюстгальтер? Бюстгальтер. Не люблю говорить бюстгальтер. Бюстгальтер. 999 рублей. А дальше синий, темно-синий, который мы до этого смотрели, 799. Ну и набор получился бы 499 плюс 1299, получается 1800. Ну, в общем, скидка неплохая, поэтому можно ради этого и зарегистрироваться. Ну и измеряем расстояние от середины чашки до конца. Получается 37,5 даже сантиметров. Подошел по размеру. Я, честно говоря, раньше боялась брать балконет, и мне казалось, что вот здесь сверху у меня будет пусто. Но с некоторых пор в пушапах у меня почему-то бывает, когда вот такая модель и чашка полноразмерная. Вот это немножко может быть маломерец, из-за этого хорошо все сидит, здесь пустот нет. То вот в этой модели, как она у нас называется, Вера, по-моему, да, Вера, в пушапе у меня немножко вот здесь пустоты наблюдаются. Поэтому я решила попробовать балконет и осталась очень довольна. В общем, все три вещи я себе оставляю и буду носить с удовольствием. Рекомендую, можете воспользоваться. Мне кажется, что фларанж был по распродаже, она еще не закончилась. Большое спасибо вам за просмотр, что остаетесь на моем канале. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Соловьева Марина. До новых встреч, всем пока!